6-й школе полным ходом идет подготовка к новому учебному году. Заменены все 275 окон. Позаботились здесь и о безбарьерной среде. На входе установлен пандус. Лоск наводят в спортивном зале, кабинетах, пищеблоке. С сентября учреждение образования готовится принять участие в республиканском пилотном проекте по организации питания. Все ремонтные работы были проведены силами технического персонала, педагогов, школы, родителей. И поэтому мы не сомневаемся, что новый учебный год, благодаря всем составляющим этого успеха, мы встретим в обновленной, чистой, уютной и безопасной школе. Ремонт ведется и в первой гимназии. Здесь обновлены столовая, санузлы и кабинет психолога. Помещения разбивают на зоны приема, ожидания и консультирования. Все согласно требованиям Минобразования. Уют создает современная мебель и аквариум с рыбкой. Это все нам позволяет проводить более качественную уже и выходить на более, скажем так, высокую, более эффективную работу с детьми, что позволяет нам добиваться хороших результатов. Капитальный ремонт проводят сразу в 33 школах Могилевской области. На эти цели из бюджета выделено почти 40 миллионов рублей. Паспорта готовности учреждения образования должны получить до 20 августа. На данный момент работы по подготовке гимназии к учебному году практически завершены. Отремонтированы учебные кабинеты, спальни ГПД, столовая. Завершаются все покрасочные работы. Апгрейд затронул все 322 школы Могилевской области. До 1 сентября чуть больше месяца. В этом году учреждения образования планируют принять 116 тысяч учащихся, более 12 тысяч первоклассники. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.